Всем кискам пись. Это вторая часть новогоднего влога. Я забыла записать начало, поэтому перейдем сразу к делу. В общем, меня достали мои непонятные розовые волосы. Поэтому я заказала красную тонику, и мы будем сейчас красить мне голову, не волосы. Алёнушка, это ты? Вот такая у нас секси-маечка, полотенчиком. Я взяла вот такую вот емкость, она какая-то грязная, ну пофиг. Такая у меня есть кисточка. Сейчас мы возьмем вот эту вот тонику, оттенок 6,55. Надеюсь, этого хватит. Поехали. Прикольно так, знаете, 30 декабря так вайбово стоять перед зеркалом, перед камерой телефона и красить себе волосы. Я очень надеюсь, что вот этот вот малиновый какой-то непонятный цвет перекроется в красный, потому что мне этот малиновый не нравится. В общем, здесь очень плохое освещение. Давайте перейдем с вами немного в другое место. Я не нашла ненужных заколок, поэтому пришлось взять прищепку. Передние пряди я красила сама, а задние попросила мне покрасить тетю. Эй, Дора, да, готова? Да. Может, еще брови? Не, брови не трогаем. Как-то так. Теперь ждем 20-30 минут и смываем. За это время я могу пока налепить себе эту полоску на нос. Я удивлена, что ногти до сих пор не оторвались. Так, все, время прошло. Снимаем мои богатства. Кстати, я очень сильно удивлена, что ни один ноготь не оторвался. Это просто какие-то чудо-ногти. Ну что, давайте еще сделаем какую-нибудь масочку. И на этом... О, ну все. Ногтю. Конец. Давайте сделаем еще масочку. И на этом наш... закончим. Пахнет какими-то, знаете, новогодними печеньками. Так, сколько здесь надо держать? 2-3 минуты. Угу. Через 2 минуты к вам вернусь. Так, 3 минуты прошло. Давайте смывать все это приколдесные штучки с лица. Маме на доллар, жопа на сайте, гаш. Я на работе, трясу огромный S. Оцениваем личико. На носу как будто поры немного поочищались. Ну, здесь прыщики, это все понятно. Ну, как будто лицо стало свежее, что ли. Всем привет, вы на канале Тырым-дырым. Сегодня у нас DIY. Мы возьмем вот такую цель для ванны и пересыпем в какой-то непонятный пакет, потому что лучше я не нашла. И завяжем это красивым дождиком с елки. Извините, елочка, я у вас тут позаимствую. Happy New Year! Как пахнет. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, заварю-ка кофейку. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, заварю-ка кофейку. Принимайте работу мастера. Вы никогда таких работ еще лучше не видели, я уверена. Я сделала легкую укладку. Вот что мы имеем. А еще у меня все-таки ногти не выдержали и отлетели. Сюда иди. Здоровайся. Привет. Невоспитанный. Всем привет! Вы на канале Молодая Мамочка. Сегодня у нас будет распаковка подарков на Новый год. Happy New Year. Готов? Да. Озон.
Первый подарок. Вообще. Чё улыбаешься? Да. Мне? Ну да, я когда-то. В общем, ты говорил то, что тебе ничего не надо, кроме чупа-чупс. Да. Это большой чупа-чупс. Ты на всю жизнь хватит мне чупа-чупса. По башке себе побей, понятно. Если он сломается, я тебе этого не прощу. Я товар. А где электричество? Так, дальше. Уйди. Короче. Это у ПК, знаешь, пакетик расслабления. Что-то такое, знаешь, лежал в ванне, расслабился, врачился. Это не алкашка, это что? Ой, тут бомбочка есть желтая. Ну, шоколадно. Блин, жалко, что нельзя покушать. А что это тогда? Гель для душа. Да. Шаришь? О, да ничего. Главное, чтобы брат не перепутал. А это соль, да, морская? Угу. И последнее. Да нет, обязательно брать. Что такой радостный? Ну потому что подарок подаривал. Ну, ты рассказывал, что в последнее время у тебя такое очень грустное состояние, такая депрессия. Короче, я тебе просто купила книгу по психологии. Вот, не знаю, я сама ее хотела, но потом такая, ну почему нет? Почитаешь там. Ну, знаешь, говорят, книга лучший подарок. Ну вот, читай теперь. Если тебе не понравится, мне дашь. Так вот. Спасибо. Ну, а тебе не жалко? Нет. Ну, я же тебе купила. Итак, вот здесь. Сладости. Сладости. Вот. И еще вот такая вот коробочка. Весьма здорово. Ты чё? Лёш? Ты чё? Чё плачешь? Серёжки у меня. И что, блин? Я просто хотел их купить давно. Джуси с вкусом бусинки, нет? Она одна тут. Что вот это? Типа свечка. В общем, потом я пришла домой и начала раскрывать свой подарок, который подарил мне Лёша. Сначала раскрывала просто на камеру, а потом решила позвонить ему по видеозвонку. Я считаю, это лучший подарок, просто. Потом я одела платье и много ела. А еще я первый раз в жизни подожгла бумажку с желанием. Но не съела ее, ведь я сильная, независимая женщина и добьюсь всего сама. Мы с Лешей решили поехать погулять, а то че как старые дома будем сидеть. Пока мы ходили по ТРЦ, мне понравилось, как выглядел мальчик, и я начала его снимать. Всем доброе утро. Хотела вам пожелать очень много здоровья. Здоровье – это важно. И не то, что вот пожелаю я вам здоровья, да, и оно у вас упадет с небес. Хотелось бы, наверное, пожелать, чтобы вы следили за своим здоровьем, потому что я попала в больницу с ковидом, про что, скорее всего, будет видео, надеюсь. У меня теперь проблемы с желудком, я не могу ничего есть, у меня от всего болит живот, и это на самом деле страшно.
На самом деле это очень страшно, и лучше до такого не доводить. Хотела бы вам пожелать, не то что даже пожелать, просто посоветовать, послать всех далеко и подальше. И начать, наконец, заниматься собой, своим самообразованием, это самое важное. Собой, 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 вклад в себя, в себя, в себя. Уйди ты, кинь ты в ЧС уже, наконец-то, этого человека, который постоянно ноет. Он вырабатывает в себе синдром жертвы. Ты ему сколько, ты бы сколько его не жалел? Почему ты тут сидишь, одна встречаешь? Что ты делаешь? Видео записываю. Такое еще, дети. Ты тут сидишь одна, давай мультики пойдем посмотрим. Сейчас, Ариша, запишу видео. Запишу видео, мультики. Хорошо, дверь закрой, пожалуйста. Так вот, пошлите вы уже далеко подальше этого человека, который постоянно ноет. Он вырабатывает в себе синдром жертвы. А вы вырабатываете в себе синдром спасателя, что очень плохо. Хватит уже жертвовать собой ради кого-то. Подумайте наконец-то о себе. Вы родились одни и умрете одни. Это жизнь только для вас. Хватит за кого-то проживать чужую жизнь. Начните уже проживать полную свою жизнь. Да, принеси бабушке телефон. Хорошо. Скажи, с Новым годом, пожалуйста. С Новым годом, с прошедшим. Почему с прошедшим? Потому что он уже прошел. Так это прошел старый год, а сейчас новый начался. А, с Новым годом.